Привет, дорогие друзья, добро пожаловать на канал. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же заблокировать наглухо рекламу в приложениях и играх на ваших Android устройствах. Вам нужно всего лишь одно приложение, ссылочка будет в описании. Простое в настройке. Будет три пути. Сначала его скачиваете. Приложение работает двумя путями. Работает как через root-провод, так и через VPN. Я думаю, все знают, что такое VPN, не нужно объяснять. Приложение работает как? Зашли, первый пункт вы проходите, выбираете либо по root-правам, либо же выбираете через VPN. И в данном случае, как я сделал, через VPN. Следующая идет синхронизация, ждете секунд 10-20. И после этого дальше нажимаете продолжить. Все, настройка на этом завершена. Можете конкретно ввести деблокировка, ввести конкретное приложение, которое вам нужно заблокировать. Именно так, как оно подписано у вас в телефоне или планшете. И все. Я вам гарантирую, что эта программа 100% блокирует рекламу, потому что я использую некоторые программы в своих целях. Точно так же искал AdGuard. Для меня не рабочая программа, даже премиум версия. Веб-сайты блокируют, приложения не блокируют. То есть где-то как-то что-то, но что есть, то есть. Я попробовал разные программы, эту я вам точно советую. Переходите по ссылке в описании, качайте, делайте. Оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Не забудьте подписаться на канал, прожать колокольчик. Всем пока!